Всем привет, с вами Монах Синема. Я кое-как камеру починил, так что она теперь работает. Вот. Сегодня мы с вами находимся на каком-то объекте. Вот. Пока не знаю, есть там кто или нету. Но мы сейчас будем проверять. Вот там точно действующий. Там даже камеры висят. Вот. А тут вот мы так подходим и понимаем, что калитка тут вроде открыта. Охраны вроде нету. Видите, закрыто все. Вот. Может быть, конечно, в этом здании. Сейчас посмотрим. Даже не могу сказать, что это такое. Вот это больше похоже на туалет с двух сторон. Входы такие. Это вот задняя часть. Там, где закрыто, соответственно, мы и не полезем. Вон, видите, открыта лестница. Ремонтом машины тут кто-то занимался. Вот банки, пожалуйста. Хотите, берите. Все тут есть. Так, вот там вот собачья будка была. Но походу собака там давно уже умерла. Потому что там нет ничего. Вот интересный объект. Куски шланга валяются. Чем опасно на самом деле бродить по таким заведениям? Это что если ты упал куда-то, вытащить тебя просто нереально. Видите, там внизу вода. Ну вот все, если ты провалился, ударился как-то, потерял сознание. Ну и все. И сразу здесь настанет твоя смерть. Здесь то же самое. Ага. Лестница вниз идет. Какая глубина там, я, к сожалению, вам сказать не могу. Вот. О, так еще в потолке отверстие. Так, так, ладно. Основное здание. Сейчас пойдем, будем осматривать. Что оно, да как. Скорее всего, это какой-то спортивный объект был. Но это только на мой взгляд. Поэтому если вы как-то по-другому думаете, всегда готов выслушать. Так, ну собаки точно нет, иначе бы она давно уже напала. Итак, заходим. Слушайте, со светом как бы у нас проблемы. Могу включить только вот так. Ну, это, по-моему, ванная и туалет. Или душевая. Душевые, наверное. О, блин, здесь еще и подвал есть. Здесь есть подвал. А я опять без фонарика. Это опять мое упущение. Ну вот кто знал, что так получится.
Так, выключаем фонарик. И мы попадаем, блин, на крышу. Тут все от снега рухнуло. Это мы находимся на самом верху. Вот там вот склад опалубки, походу, какой-то. Вот. Сейчас мы попробуем туда пройти. Он давно заброшен, потому что сильные повреждения вообще. Здесь вот вообще что-то выломано. Или сюда здесь что-то поднималось. Может быть, здесь Тельфер был. Что-то производство какое-то. Может быть, на второй этаж сейчас поднимали. Видите? Бампера от грузовиков валяются. Тут нет ничего. О, тут пол железный, видите? Там лестница, кстати, туда идет вниз. Что, попробовать подойти к краю? Если я, конечно, не провалюсь. Потому что это в моем случае очень опасно. Вот, кстати, лестница. Блин, судя по тому, как здесь плитка лежит мраморная, это где-то советские времена постройки, либо 90-е. Потому что это раньше так было модно. О, там сварщик какой-то что-то варит на той территории. И вот, видите, здесь больше входа нету. Значит, вот эта лестница, она была... А, вот еще пол также сделал. Хотел сказать, была единственная лестница, чтобы сюда попасть. Но потом вспомнил, что, блин, там же вторая. Ой, я что-то иду и прям проваливаюсь. Как бы не рухнуть. И главное, возле дороги. Заброшка-то. Ладно. Спустимся вниз. Эх, жалко, не смогу по подвалу пройти. Подвал — это моя любимая вообще. Попробуем с передней частью пройти. Территория такая большая. Столбы с освещением стоят тут. Ну, тут, блин, чистой воды помойка. Просто.
Видите, бутылки всякие валяются. Круто, их здесь специально складировали. Так. Так, ну вот здесь вот был, походу, еще один спуск в подвал. Но его постепенно завалили. Напрочь. Угу. О, фреска на стене. Обратите внимание. Строй-двор Мираж 3К. Строй-двор. Да что-то я сомневаюсь, что это строй-двор. Что-то я как-то шумно хожу. Вот, пожалуйста, фреска. Какие-то деревья, церковь. Кто-то там на дудочке играет, кто-то танцует. Фара тут тоже от грузовика, из бампера. Красиво. Будешь тут глазеть, ты не на что. О, ничего себе, это КамАЗ. Бачок тормозной. Такие вещи тут интересные валяются. Тут от газона фонарь. Тут какая-то тумбочка чья-то. Угу. Тут, видите, тоже что-то все рухнуло, провалилось. По факту-то тут смотреть не на что. Бардак бардаком. И почему здесь еще не до конца все сожгли, как бы дети, малолетки там, как их называют еще. А потому что от населенного пункта это довольно-таки далеко. О, это та самая дверь, которая была заделана, где лестница на второй этаж шла. Угу. Уже кое-что понятно. Здесь тоже куча бутылок. И вот еще одна дверь заделана. Что-то какие-то звуки происходят. Я пока понять не могу. Как будто кто-то шел сюда. Я хотел вот что посмотреть. Вот это что такое? Это, по-моему, от КамАЗа. Какие-то уши, что ли? Шанкси F3000. Крыло задней кабины. А, тут детали даже лежат еще. Ну, там, где закрыто, вы же знаете, у меня нет привычки ходить и открывать, или тем более взламывать. Так чисто. Можем посмотреть только. Но здесь давно никого не было.
Вот видите, куда мы вышли. Мы, конечно, можем еще вот до того домика дойти и посмотреть, открыто там или закрыто. А, вот. Видите? Подвал спуск. Здесь, походу, лестница была. Холодом оттуда тащит. Ёк-макарёк. Угу. А этот больше похож на туалет. Сейчас мы тоже до него попробуем дойти. Территория вся заросла. Вообще ее открывали. Вон, судя по тому, как трава там закрыта. О, блин, открыто. Представляете? И что мы здесь видим? Огнетушитель, контейнер для еды. Полочки всякие. Что-то здесь было соскладировано. Это, по-моему, от фары. Задняя часть. Проволочка. Это сумка с пакетами. Вот это постели от насосов водяных. Значит, здесь что-то воду как-то качали. Не знаю как. Ну, вот там мы были, вы видели. Иконка. Ну и все. Блин, помещение-то новое. Даже вон перчаточки лежат, водичка какая-то. Походу, здесь запчасти просто лежали. Я так думаю. О, видите, и тут все на месте. Ладно, значит, пойдем посмотрим, что у нас там дальше. Итак, мы подбираемся, по моим предположениям, к туалету. Но насколько это правильно, я пока не знаю. Сейчас мы в этом попробуем убедиться. Здесь много-много всяких вещей валяется. О, полиэтиленовый баллон. Собака у них тут была. Блин, а это не сауна или часом? Потому что, обратите внимание, это бассейн. Это две эти душевые кабинки. Это, по идее, должен был быть. А это вот парная. И там тоже много всяких вещей валяется. Я думаю, так это. А там не знаю. Ну, очень похоже на это. Или вот она парная. Черт его знает. Ладно, зайдем с другой стороны. Ну, тут тоже фары, зеркала, обшивка. По факту-то
Все то же самое. Вот сиденье какое-то валяется. Все. Больше здесь нет ничего. А я тут заглядывал, что ли? Не могу понять. Ну вот так вот. Вот даже веретенка осталась. Это масло специальное. Ну здесь, конечно, нет ничего. Это однозначно. Ну, вот и все. Ну, мне казалось, что это туалет. Градусник почти мертвый. Осталось вот это вот здание. Холодильник, как называется, Атлант. Судя вот по этой, это вентиляция. Хорошо вентилироваться должна была. Так. Хоп. Офисное помещение. Походу, мышка. Кто-то вещи скидывал. Книга какая-то. Еще какие-то вещи. Мы вообще ничего не берем. Потому что нельзя. Вот. Здесь вот комната. Уже такая. Кто-то здесь что-то ел. Вот видите, какие машины тут. Не, офис такой довольно-таки аккуратный. Видите, тут, наверное, кухня у них была. Но она вся завалена. И вот тут вот тоже дверка. Грамота. О, большой груз, город Ногинск. Бронзовый партнер. О, как. Угу. Ну вот так вот. На этом все закончилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии. Я так ни хрена и не понял, что это за объект. Может, вы знаете? Пишите.